organizar Султан Сантос-Пекола. Роняется попытка проведения перевода. Да, Пантер. Есть перевод. Прихватил шею. Называемый. Нет, все-таки не смог сделать. Сам уже пошел в атаку. Видит все Денис. Опять не видно нам. Держит ли шею? Нет, все-таки не стал атаковать шею. Сутан Жолдошбек. Денис Муснек в атаке был. И пошел рубиться сразу Султан. Почувствовал, да, что Денис уже, возможно, задышал. Не так быстро двигается, прихватывает шею. Опять размен. Показывает проход, но уже скорость не та. Видит все Султанбек, очень легок на ногах. Саперкота пошел. Да, Муснек уже. Он даже не пытается сейчас Денис душить. И сам выпускает. Почти пустил за спину, но все-таки решил сам лечь. Взять в гард. Нужно вот здесь добивать. Опасно. Да, растягивает, ложит на живот. Очень тяжело сопротивляться в таком положении. Убивает и забирает все-таки шею. Есть чуть-чуть минуты. Вставляет просто туда челюсть сейчас Денис. И поднимает душащую руку Султана. Да. Султан Жолдошбекова. Пошел подувать. И, да, пошел сразу же добивать. Очень хороший контроль, очень хорошая борьба у Жолдошбека. Поэтому дела плохи сейчас у Дулати. Да, рычаг нужен ли это? Нет. Не, наверное, все-таки Жолдошбек не станет такой позиции рисковать. Да, сбил прям корпус. Несколько точных ударов. Отползает сразу же. Выход за спину. Вот это уже по-настоящему опасно. Пойдет. Добивать. Пассивная защита, но вот обрати внимание. Я так понимаю, да, что ты готовишься душа еще со спины. Останавливать этот поединок. Колено на животе. Да, вот сейчас нужно бить, мне кажется. Но не удается все-таки Султану контролировать Дулати на камбасе. Не обладая, знаешь, такими навыками грэпплинга, умудряется все-таки Киагош как-то давать отпор Жолдошбеку. И отдает спину. Да, ошибка здесь Дулати. Мало до Жолдошбека. И сразу же в пассивную защиту уходит. Да, нужно насыпать, бить и не останавливаться. Какой терпеливый парень. Вот это уже совсем другое дело. Для Киагоша. Ситуация. Ну, нельзя сказать, знаешь, что сейчас работа в партере, главный паунд от Жолдошбека. Да, уже пора, кажется, останавливать. Очень много бит. Да, я думаю, что да. Они уже не в защиту приходятся. Манап Кабдив дает пустое предупреждение. Да, все. И поединок заканчивается. Султанбек Жолдошбек. Определить следующего президента в гран-при. Айкик. Собран. Томбек. Проход ноги, но что-то такое задумал. Ошибка проведения тейкдауна от Жолдошбека. Удастся ли перевести? Я думаю, что да, удастся. Сейчас большой амплитудой. Бросает тоже Султан. Издалека. Сейчас коленом. Пошли удары. Кажется, пропустил удар, но был корпус. Повторить то, что делал до этого, но все же есть тейкдаун. Ждет более активных действий от Рафаэля. Вот как точное попадание было. Он все-таки не до конца, наверное, да. Закрыл. Не дает, потому что контролирует правую ногу. Султан. Отлично. Вышел. Пока удачно все контролирует. Контрит. Жолдошбек. Прихватил шею. Вот тоже устал. Но есть у него такая черта. В ранней поединке мы это видели. Умеет он себя подгонять, несмотря на усталость. Шею! Отшел удушающий прием!
Сумасшествие какое-то сейчас в октагоне творится. Угроза за угрозой. Отлично. Покажи желание чемпиона, подсказывает Жолдашпеку. Такие уже, знаешь, не технические, а такие эмоциональные наставления. Да, нужно тренировок. На моральных характерах. А проплакали в углу просто. Сумасшедший размен. Локтями пошел. А быть-то подножки. Вот Рафаэля Пиза под конец. Неужели это бой вечера? Боец из Кыргызстана. Да, хочет заряжать, он бороться. Есть. И берется своей комбинацией. Получит здесь уже Жолдашбек. Под концовку не учудит. Да, да, вот он и вперед. Пошел вперед. Мент смог из этого соорудить тейкдаун. Хороший здесь размен. Пропустить удар. Пропускает. Обратите внимание, что да, дернул рефлексы, сейчас рефлексы. Попытка прохода. Стягивает. Пускает. И уже Султан в атаке. Контроль. Пользуется этой ошибкой Султана. Да, идет. И атакует шею. Душит. Неужели срывается захват. У Дастана есть ощущение, что просел функционально. Дастан встает на ноги. Это не так-то легко. Держать вес, что нужно действовать. Есть попадание хайкиком. Коленом отвечает. Получил Султан в размене. Встречает справа. Хайкиком атакует Султан. Бросается в ноги, но не. Здесь вот пропустил попытки проведения тейкдауна. Султану нельзя. Точнее, Дастану никак нельзя играть. Потрясен Дастан. После джеба упал на даун. И пытается взять своего оппонента на удушающий прием. Нужно быть осторожным, здесь можно нарушить правила. Не, видит пока. Есть попадание. Справа сейчас, кажется. Нанес его. Пытался выполнить. Султан, поединок окончен. Султан! Султан!